Ярмарка собрала основных игроков на рынке недвижимости Сочи. Это ведущие риэлторские организации, застройщики, банки и страховые компании. Посетители могли получить консультации по подбору и оценке объектов и другую полезную информацию о недвижимости. Проходят юридические консультации, очень широкая разнообразная деловая программа как для населения, как правильно, выгодно и безопасно купить недвижимость в Сочи. Также мероприятия и семинары для риэлторов и специалистов в отрасли. Рынок недвижимости в Сочи один из самых привлекательных, но имеет свои особенности. Для того, чтобы максимально защитить себя от различных ошибок, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами, отмечает президент гильдии риэлторов Сочи. Не все риэлторское сообщество высокопрофессионально, и мы имеем порой плачевные результаты. Нам выставка нужна в первую очередь для того, чтобы население и приезжающие могли получить хорошую информацию о недвижимости, о рисках каких-то, с которыми они должны быть ознакомлены, для того, чтобы выявить нам, привлечь в риэлторское сообщество профессионалов рынка недвижимости. Что касается развития профессионального сообщества, то этому вопросу на ярмарке недвижимости уделили особое внимание. Представители риэлторских компаний приняли участие в мастер-классе, а на стенде гильдии риэлторов Сочи прошла аттестация. Экзамены сдавали агенты по недвижимости, проработавшие в отрасли больше года. Сегодня и правительство Российской Федерации, и профессиональное сообщество идут к тому, чтобы рынок был более цивилизованный, поэтому в ближайшее время будут утверждены, они уже сделаны, торгово-промышленной палатой, стандарты профессиональной риэлторской деятельности. Из определенных документов работать на рынке недвижимости Сочи будет нельзя. Ну а главной задачей ярмарки недвижимости – дать возможность ознакомиться с местным рынком и разобраться в его особенностях, найти свой деловой интерес в регионе и установить контакты с будущими партнерами и клиентами. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.